В Леруа по пути на дачу опять заехали. За фонарями. Ура! 8 утра, а в Леруа уже не протолкнуться. Жизнь бьет ключом. Вот и уличные фонари. Сейчас посмотрим. Или все-таки такую взять? Наверное, вот у него основание уже. Наверное, его. Ну, пошли на кассу. Ох, а здесь что же такое? Ну все, погрузили. Поедем. Все купили. Водички попить надо. Кстати говоря, бутылки классные. Я вот уже отпила немножко. Не проливаются. Все прекрасно держится. Видите, трясу. Никуда ничего не льется. Очень удобные бутылки. Поедем через Ногинск. Да замолчи. Через 100 метров развернитесь. Развернитесь. Этот город Ногинск. Городок Ногинск. Нравится он мне очень. Такой чистый. Такие здания тут еще. Много храмов. Железнодорожный вокзал. Вот, наверное, у них центральная площадь такая. Сегодня хочу протестировать вот это ситечко. Сейчас я его помою и попробуем, как оно работает. Чаёк насыпаем. Еще имбиря сюда порежу. Так, закрываем. И погружаем в чашку. Дырки большие, хотя край чая крупный. Ну ладно, посмотрим. Ну хотя бы держится, не падает. Ну видите, вот оно хоп и заваливается. Надо воды, чтобы набрало. Потом он только стоит. Наконец-то расцвели тюльпаны. Эти. Эти. И вот эти. А вот здесь вдоль дорожки тюльпаны еще только набирают бутончики. А вон какой у меня махровый. И вот эти зацвели. А это такая красивая желтая листва. Кубанская мята. Она многолетняя. Вырастил я ее из семян. Вырастет довольно-таки высокая. А пионы уже вот такие. Набирают бутоны. Привет. Как дела? А это бузульник. Ну давай, бузуль. Как же еще голенькая. Девичий виноград. Вот только почки. А этот мой барбарис. Живой. Вот такой радостный. А вот этот вот бордовый, я его подрезала, надо будет еще подрезать. Тоже живой. Очень хорошо. Скошенной травы много, и это радует. Буду сейчас везде ее раскладывать. И купили в Леруа вот такие светильники. Вот я его поставила на ножку, просто показать. Вот такие матовые шары. И вот такой столбик. Очень даже красиво. Может быть, в следующий раз сделаем.
И не удержалась, купила вот такую маленькую хамидорею. Такую лестницу в интернет-магазине, вот такую здоровую. О, какая! Это, наверное, до самой крыши достанет. Вот так вот она получается собрана и еще в длину вытягивается, то есть в один ряд. И вот так она раздвигается, вот такая высоченная. Начеренковала герань, уже корни пустила. Буду сажать сегодня в кашпо, в ящики. Я в гостях у маминой подруги Зиночка. А вон наши соседи, Юрик бегает с газонокосилкой. А вон там вот наш желтый дом, а вон у Тони в зеленом платке. У Зиночки вот такой дом. Все у тебя нормально, все у тебя, все у тебя хорошо, Зина. Я сама в обуви хожу. Заходи, моя. У меня все ходит. Вот такой порядок у людей. Вот так все у них аккуратно. Так у меня только вот тут чисто. У меня этот самый Вася делал, что-то забыл. Кукляшки две, мальчик и девочка. Это ты мне хочешь подарить? Да. Вот. Зин, спасибо. Ой, вот. Это латыши. Наверное. Ой, спасибо, моя дорогая. Вот, давай, дай бери, чмокну, потому что милая все... моя. Давай. Моя тут дорогая. Все ну, прошу, вазы так просматривать. Вон, с вазы салфетки сними. Да ну, Альку, ты посмотри, ну вот давай так. С ней. Вот такой так вот я Зине да, дарила в свое время твой сок. Это из банки тоже папье-маше. Вот здесь на даче самое место. А это я Зине наклеивала на холодильник. Вот таких друзей. И вот такие перья. Чтобы поднять им настроение. Вот еще одни соседи тогда наши. Подожди, сейчас я закрою вон там дверь. Тогда будет красиво смотреть. Но я и тебе подожди. И так красиво. Подожди, ты там не видишь, как она покрашена. Сейчас я все это посмотрю. Мой дизайн. Твой дизайн исключительно. Вот такая красота. Еще наши соседи. Со всеми, слава богу, хорошие отношения. Ни с кем не ссоримся. Мирно живем. Чего вы хотите? Засыпем. Почему? Ну, не хотим уже, все. Водоем я не хотите? Я тебе объясню, Оль, тяжело мне уже с ним заниматься. А ну, вот что-то накупила. Кипарис. Кипарис, купила прелесть. Маленький вот такой, знаю, вот такой маленький, малюсенький, такой худенький. Ага. Читаю, любит воду. Ага. Сначала он был в маленьком горшочке, я пересадила его в другой горшочек. Ага. Вот. И значит это, и посмотри, какой он стал. А он будет у нас зимовать тут? Нет, я его обратно домой заберу. Все, поняла. И обратно буду прийти. Вот так красиво. Ну, барвинок красивый, он, бордюр. Он, цветущий, смотри, какой. Ну, я знаю, у меня а такой... А его называют еще французский. Ель голубая. Как называют еще? Голубая ель. А ты да, понимаешь, да, что-то? Да. Давай тебя. Да? Да не, ну, Оль, ну я же в таком виде, я же крашу. Да ладно, красавица. Нет, нет, нет. Сейчас буду промывать водоем, вычерпывать воду, как следует мыть. Лилию из него я достала. Вот такая вот она. Она в нем зимует. Сейчас ее положу в другой водоемчик. А вот здесь вот я отстояла воду. И пока тот водоем будет мыться, отстаиваться водичка, она поживет в этом. Вычерпала водоем. И смотрите, кто тут. Тут своя жизнь. Ты моя милая. Осторожно. Человечек хромой. Любит вон там. Вот. Ну, я тебе воды налила чистой. Давай, подруга, обживай водоем.